Если был бы отец живой, я б ему позвонил домой и, наверное, б спросил: ты все прыгаешь, хил, как делишки, где был, с кем пил? И, наверное, б спросил: ты все прыгаешь, хил, как делишки, где был, с кем пил? Отец бы ответил так, как трактуешь отца, сопляк. Впрочем, что с тебя взять? Заходи дам пожрать, ты ж небось без копья. Опять, впрочем, что с тебя взять? Заходи дам пожрать, ты ж небось без копья. Опять, и пришел бы я в дом к отцу, он бы мне разогрел супцу, из высохших шпрот сделал бы бутерброд и сказал бы: давись, проглот. Из высохших шпрот сделал бы бутерброд и сказал бы: давись, проглот. Я бы все смолотил, смолол и сказал бы: ну я пошел. А супец был хорош, отец бы: ну что ж, жрать захочешь еще, придешь. А супец был хорош, отец бы: ну что ж, жрать захочешь еще, придешь. Я бы вышел курну дымку, был бы март или апрель в соку, и мотался б скворец по березе кривой, если был бы отец живой. И мотался б скворец по березе кривой, если был бы отец живой.